блин, что-то времени мало у нас. Вот я бы вас с радостью и в ОКО бы водил, и в ОС. Но некоторые люди либо не одеты, рейд, сбор идет по 40 минут. И мы не можем закрыть за 3 часа 3 инста. А так бы мы могли ОКО с ОС-кой за 20 минут закрыть и за 2-2,5 часа накс закрыть. А сейчас мы это не можем сделать. Сбор долгий, пока все зайдут. Кто-то из-за шмота кофается, заходит на твинка и играет в РЛК спокойно. Так что пока людей нормальных не появится, у нас не будет нормальных рейдов. Накс еще очень долго бить. Очень долго бить. Я так понимаю, Джиэл так делал, да? Да. Угу. А, он на твинка зашел, я думал, почему он офнулся. Ну я так пролистал список в гильдии, кого там, кого-то кикнул, кто там 20 дней, 19 дней играет. И его ДК, а потом смотрю паладин онлайн. Настя отдать наручи, да? Тебе все-таки не надо? Не. Ну там еще как бы вас и Клипса. Вы отдайте тому, кто будет их носить и кто будет дамажить. Я не знаю, будет ли вас в них дамажить. Коней бейте тут. Выйдите из-за угла, кто там сидит. Отдал вазу. А, это да, взрывил, фигач. Джесса поставите вы? Где ТП отдал? Киньте видос смотрим, короче. Типа, не славный сложный носов. И вот там что-то рассказывали. Прикиньте, гильдии, короче, вайпались 800 раз, короче, до первого убийства босса. Ну, понятно. Это пизда. Вот это гильдия, нахуй, люди сидят, короче, целыми вечерами, они приходят, короче, они знают, какая забавная математика. Так, тут есть заморочки. Ты про что? Про ГП или про что? Да. Я объясню. Ну, этот... типа, блин, 15% это 100%, 15 ГП это типа 100%. Этот, давайте сейчас, Денис в танка пока. Звездочку потанчит, Агариус, этот самый, как он называется, ну на Ривендере, как обычно, вправо дальний пойдет Клипса, пойдет с, блять, с кем? С Турбоёжиком, а я пойду с Настей. Помогите мне. Турбоёжик, ты хапал, и дайте портал Далран Маги. А, ты спекаешься? Так, я, короче, с ромбика начинаю. Бля, я думаю, мы не должны обосраться там про товар, турбоёжик вообще никак, да, турбоёжик? Так, танчу звезду. Угу. Самую такую, которая быстро сдохнет. А, первую, что ли? Угу. Тихните. Сейчас поставлю. Эклипсу присуманьте. Он там в углу стоит. Угу. Поставил рыбу.
здесь по хилам, значит, креветка и этот, кто он, Гнидыч, стоите с кружком и бегаете с Тагариусом, а Кореянка и Хвостатый хил, хилите пана в звездочке. Вот, пошли отсюда. Вара пока нету. У меня два этого самого. Смотри, если видишь, что обрыгиваешься, бабл прожми там. Здесь нет. Не спать охота. Нельзя. Вот, смотри, с нами будет третий. Сейчас я призову. На тебя похоже. О. Ты смотри, я призову. Смотри, смотри. Мячик для игры. Смотри, я какого призвал, смотри. А чё он сзади бегает? Жопу твою обзор. Вот хибик. Смотри, у меня есть поводочек. Войда выгуливаешь. Если бы я могла назвать его еще. Блин, он походу по-большому пошел. Вот там ушел. Да вар. Ну и смотри, какой милый, приятный, такой маленький. Дерево. Все, пришел. Вар, пришел Тагариус. Даю отчет. Все знают, что делать, я думаю. Я следующий останусь по стеке. Аня, на этом не буду тратить. Следующим потратить. Ты не трать, ты смотри по критической ситуации. Я... Как будешь захиливать? Что-то Джагу потерял на панели. Давай, включу, встаньте, блядь. Встаньте все в желтую метку, чего вы встали все по кругу? На метеорит бьет. Вроде пережили. Побежали, меняемся. Бежали. Фига, видел, видел? Ты хилься давай. Как? Не пойму. Джордж Фокс. А что, у тебя стак? Что такое? Ну, это мне написал кто-то, типа, два стака набираешь и... Пошли, меняемся. Тут рейнджа нужна, понял? Да, на понял. Том боссе к одному ты подбежал. Ой, боже, боже, я бы сидел. Ой. Ладно. Только мне тут прилетело сзади. Да, я поняла. Эти боссы очень больно бьют. Я слишком картонный. Два стака будет. Что, побежали? Сейчас скинется. Побежали. А. Так, видишь? Рано. Джордж Фокс, трусики видишь? Что? Вот метку трусики, видишь? Вернись, да, сбросил. Вижу, только я умер, у вас нет, есть? Нет. 30%. Прям. В чем проблема? Вернись в звезду. Так, ты там? Пошли, меняемся. Настя, ты где? Братут, меня бьет уже.
Неприятно. Так вот, все на треугольнике держим ренджу. Так, два стака воет, давай, пошли, стак скинемся. Все, уже косты будут сбивать, в принципе, хилить не надо, только ренджу держать. Я, короче, что-то вначале не поняла. Не могла джайву кинуть и хильнуть. Что такое? Иду. Вот так будет, пошли. Чего он, блядь? Я думал, он умер, блядь. Не кастует, стоит. Печку ставил. Вот бы мы вайпнулись. Че, осталось три босса? Че-то кто-то сдох. Да хуя, да, кто сдох. Пошли, бывает, три стака. Прости меня. Там же Ренжу цепуху дает этот гнев небес. Смотри, стоит, ничего не делает. Ты опади. 174. У меня сейчас прилетело, это как? Ну стаки, наверное. Чем больше людей, тем больше... Детали смерти посмотри. Может, метка настакалась. Гнев небес, нахуй. 174 799. Много когда людей. Когда перебегали все, к другому всех боссу убило. Чё непонятного? У зеленого все должны знать способность. Гнев небес называется. Вот и с меня захерачил. Пока я умер, блядь, прям в метке, в ромбике. Значит, в луже стоял. Она, короче, знаешь, через все поле прошла, потому что никто ренджу не держал, и вот она каждого прошла и до тебя дотянулась. А, ладно. Ты видел большую цепуху, как у шамана, только она прям не двойная, а это бесконечная. Да. Подхилили, ебаный такой. Я же говорю вам, надо держать ренджу. Даже когда вы перебегаете с трусов, надо держать ренджу. Ну добили. Кстати, с первого трая. Сейчас это. У депо утали, встали, побежали, короче. Так, вой там, вой до ресницы там. Вой до ресницы. Да, я резнулся. Угу. Перчите, по-моему, уже второй раз сегодня, да? Если никому не надо, мне можно. Не, наверное. Насчет вот насчет мага с МП5 я вообще хуй знает, кореянка или визирия, наверное. Уже кореянка, да он, блять, сарик, кореянка, сейчас еще ник сменит разок, хуй знает кому. Так, что у них там, посох, левая рука. Сарик было самое крутое.
Четко, ясно, понятно. Что-то не поняла, ты что, себе перчи забрал? Ага. Поешь-ка. Так, Рудака Вентер у нас. Блять, а где он? Что-то Авентера не вижу в луте. Азука, ну не благодари, братан. Хорошо, я слушаю. Этот лутхип, да? Угу. Да. Он же быстро вроде рисуется. Вы решили когда-то? А, этот... Так, Авентер, кто там был? Кто Кирасу еще ролил? Клипс, Креветочка, Я Хантер, Зарик, да? Значит, этому клипси отдай. Ну, а перчатки бы я. Вообще слэш С есть макрос. Какой макрос тебе надо? Я тебе сейчас скину. Второе окно открою. И это релог, но что-то подлагивает. Блин, как-то. Ну ладно, не буду релогать. У меня такой есть макрос. Возможно. В принципе, Денис, можешь постоять, если ты сейчас в танке еще, да? А mm-hmm. Я в сову тогда прыгну, побью. Да, турбоёжик пусть ДД, этот, возраил в полиприст. Только нужно, чтобы все под жопу стояли. Точку встаньте, так, захил получим. Сейчас рыбу вам поставлю, вот, не надо. Ты уже ставил. Или уже? А, всё, ну, пожалуйста.
Ой, случайно. Это же не Холи Прист, это же ДЦ, Азраил. У Азраил. Дайте портал. Хочу. А, сейчас, сейчас. Все, ставлю. Может, он перепутал? Не, наверное, третьим просто. Кто там в Огре портал просил? Прыгай, вон он стоит. Блять. Отсуманите меня. Сейчас. Ой, меня тоже суманьте. Че за херня такая? Я на этот банк нажимаю и в агримаре оказываюсь. Че за дело? Хорош. Хотела банк выдать турбоежику. Ну, блядь. Рядом с сумоном. Фули, объясните популярно этому, как он называется, Джорджи Фокс, что надо портал где-то, блядь, ставить там, где никакие... А, ну, блин, я просто первый начал ставить, а потом поставили этот шкаф. Ну вот, переставляйте, да сумоньте нас теперь. Ну, портал исчез, если что. Плоти, господи, эту банку не могу вытащить. Да, слава Аллаху, блядь. Турбоёжик, давай этот, трейд. Еще смотри, есть такая фича. Берешь, то все порталы в одно место стакаешь. А, я раньше так на голду рулила. То попадет туда, то попадет туда. На пулы натагаешь. Все, все здесь. Принимайте, кто там? Кореянка. Кореянка, все понятно, блядь. Кореянка, ты тут? Да, пиздец, челиков кашля. Ну, 7 часов утра уже, наверное. Ладно, хуй с ним. Под жопу босса, под жопу босса. Под жопу босса. Под жопу босса все. Вот. Смотрите, в никуда просто спора ушла. Ну не совсем. Я полутал, да? Я полутал. Два совых, это считай 90% ДПС. Все, давайте, Гера. Нет, ты чё, еще не настакали? Видно, что Starfall жмется по КД. Не, вот увидел, что звезды падают на споры и свой подрубил тоже.
Что вы, если вы считаете, что это прикольно, вот так вот страхованно убивать споры, то это вообще не прикольно. Так они звратятся. Потому что ни вы, никто другой не получает баф. И весь рейд теряет ДПС. Сейчас вот лайпнемся. Поп... Во всем виновата сова. У меня вилка 4 споры тупо с трафолом снесли, они даже до рейда не дошли. Чем так делать? Ну это в ротации с трафол, просто в разное время они нажимают. Давайте добивать. Сейчас весь рейд упадет. Я бью, не могу уже. ТПС не хватает что-то. Я выжила. Сейчас бегвар сдох. Самые стойкие. Ну чё, бежим, а те, кто сдох, вставайте. Только не телепортируйся, Настя. Поздно. Хорош, красава. Вот ты сказал, когда я уже навела, как бы. Ну да, пускай войт лежит. Там турбо, турбовый с тобой, пусть интереснет. Колики, оставайся на Синдрагосу. Зры. Видел, хороший у него холик. Ну, на просадках, на вот Хибе и на Синдре. Топ. Ну вот сейчас тоже вот этот просадка. Только на Ласта не нужно ему спектр. Кому еще штаны эти дать? Мне. Че, спекаюсь в ДД? Угу. Смотрите, у вас два гимна на ману. Креветка свой. Поддоговорись, с кем с хилов будешь вместе ставить. А второй хил пускай уже по своему усмотрению ставит. Ставили? Не ставили. Я тебе эти порошок вот этот вот скину. Просто положу в банк, но ты его, короче, не трать. Это
на рыбный пир со специями будем копить. Да, короче. У меня 500 этого порошка. Угу, ладно. Там другой понадобится. Хантер, чего не хватает? Ну такой, белый. Хочу сериал посмотреть, не знаю, что-то хочу посмотреть. Я Хантер, ты тут? Ты готов? Смотри кости или гоним. Так, ну давайте тогда отсчет. Наруто. Да-да-да. А, тебе тактику не объяснили сейчас. Походу. Тактика, бей босса. Тактика, бей босса. Видишь лужу на тебя сверху. Дождик идет, убегай оттуда, понятно? Понял. А потом босс взлетит, и ты спрячешься за глыбу. Все. Так сказала. Видишь дождики? И сейчас дождики давай. Ой, что-то не такая дождь. А, еще диспель. Ну, пока что это сложно будет. У нас есть два друида и один шаман, так что я думаю. Да все, Настя, надо Настя, напрягать, Настя, да, хиль. Все, хорош. Блин, кажется, я что-то задисплею. Случайно. 6 хилов, если что, рейд просаживается. Смотрите, меньше половины, не отпускайте людей. Иначе мы будем долго добивать, да еще и вайпнемся. Поднимайте всех быстрее. Вавентера поднимите. Гребаный сайт шоу. Кто по мне пробежался? Полипалы иннеры закиньте. А, не надо иннеры, просто ложимся. Пока я бегал, все хилы сдохли. Спасибо тому, кто возле меня пробежался из лужей. Вот как, мне интересно, можно всадить фул ману, и чтобы легли три хила при этом. Ну, там, короче, визирь рисовая, на него этот ледяной душ пошел, и он пошел по хилам. А хилы стоят и ждут, когда помрут. Ясно. Их так срубило. Я вообще не сдох. Ну и чё сдыхать, если дождик не попадает? Да нет, там чё-то сова ругается. Хорошо, вставай. Вы бы отошли, ё-моё, даже тыкнуть не даёте. Шкафы такие, блядь, да? Загородили все. А тут до этого 4 дроида стояло, этих Таурена. Они еще стоят туда-сюда, ТП-фойсы. А, самая быстрая рука на Диком Западе, точно не я. Они просто пропадают. Поставите там шкаф, сумнете.